сотню людей, близкие, родные, коллеги пришли попрощаться с начальником Главного управления МЧС России по Приморскому краю, полковником внутренней службы Федюрой Олегом Викторовичем. Он погиб 2 сентября при исполнении служебного долга. Сентября 2015 года Олег Федюра возглавил Главное управление МЧС России по Приморскому краю. Ровно год спустя он ушел из жизни во время спасательной операции. Отряд МЧС совместно с начальником направлялся в населенный пункт Чугуевского района. Его жители из-за наводнения остались отрезаны от внешнего мира. Но КАМАЗ со спасателями перевернулся при пересечении реки Павловка, которая вышла из берегов. Начальник главка, спасая весь личный состав, сам выбраться не смог. Федюра Олег Викторович для нас был олицетворением чести, доблести, уверенности, смелости. Он, одним словом сказать, что он был настоящим командиром. Всегда шел к намеченной цели, всегда думал за личный состав свой. В принципе, в последних своих деяниях он это доказал, что при выполнении служебного долга он в первую очередь спас всех, кто с ним был, но остался там. Поэтому он для нас всегда останется в наших сердцах настоящим мужественным человеком. Трудно терять друзей. Мы фактически с этой службой МЧС одно целое. И для меня это и личная потеря, и профессиональная. Очень жаль. По словам коллег и близких, Олег Викторович занимал столь ответственный пост по праву. Он был отмечен наградами за заслуги перед Отечеством второй степени, медалями за содружество во имя спасения, за отличие в ликвидации последствий ЧС, за безупречную службу и нагрудным знаком МЧС России за заслуги. Алина Черненко, Александр Бартовщук. Новости на Восьмом.